Под номером лота 43-932. Здесь речь пойдет о комплекте. Этот комплект помогает нам избавиться от повышенного потоотделения. Мы сразу несколько аспектов сегодня с вами затронем в преддверии весны и лета. Повышенное потоотделение ни для кого, так скажем, не новость. Ну а ведь есть и страшные заболевания. Кстати, мы сегодня решаем эти проблемы. Всего 1190 рублей за комплект, в который входят вкладыши для одежды и вот такой вот замечательный дезодорант. Притом дезодорант у нас в корне отличается от тех, что есть в магазинах. Да, но я бы даже сказала, это не просто дезодорант, это средство. Средство от обильного потоотделения, потому что все, что мы привыкли слышать под обычным, например, словом дезодоранты, антиперспиранты, это абсолютно не то. Это на самом деле даже вредно для организма, уже не раз было доказано. То, что они действуют у нас 12 часов, но максимум 24 часа, это только нужно поискать. Знаешь, особо качественные дезодоранты действуют в течение 24 часов, а дезодоранты нужно носить с собой в сумочке. Вот таким вот дезодорантом можем пользоваться раз в неделю, и на неделю мы забываем о потоотделении. Мы забываем о какой-то излишней... Конечно, мы пользуемся локально. В локальных местах мы можем использовать на ладони, на подмышечные впадины, на крупные складки нашей кожи. На ступни, естественно, можем использовать. Особенно поговорим обязательно об этом страшном заболевании. Ну, давай, кстати, продемонстрируем, как работает наш дезодорант Dry.ru, потому что вот мы видим обычный дезодорант, как себя ведет, и я думаю, вот эти неприятные ситуации для многих знакомы. Дезодоранты популярных марок, как мы видим, вроде бы чуть поактивнее работают. Но каких фантастических результатов мы достигаем, когда обрабатываем подмышечные впадины, например, в данном случае нашим средством от обильного потоотделения. Кстати сказать, мне очень понравилось, Оксан, твое уточнение, что это не просто дезодорант, то есть мы не только подмышки обрабатываем. Если вдруг у вас потливые ладони, если вдруг у вас появляется неприятный запах в обуви, то обработайте и ступни, обработайте и подмышки, обработайте ладони, обработайте абсолютно любую зону, которая нуждается в уходе. Вот моя тетя, да, она достаточно пышная женщина, у нее шикарные формы, но летом это прям проблема, потому что вот те самые складки, о которых ты говорила, они не дают ей покоя. И это деликатная проблема, зачастую замалчивается. Ты знаешь, это деликатная проблема, это не зависит абсолютно ни от формы, ни от веса человеческого тела. На самом деле гипергидроз это такое заболевание, это заболевание, связанное с нервной системой, и вообще причину надо искать. Гипергидроз. Мы сейчас не будем искать причину, мы, собственно говоря, не затем здесь собрались. Мы, собственно говоря, поговорим, как избавиться от избыточного потоотделения. Естественно, ищите причину внутри. Естественно, нужно проверяться, нужно работать на разных системах, проверять абсолютно разные органы. Но если, например, вам нужно срочно куда-то выйти, а у вас уже есть эта проблема, то, конечно же, к нам на помощь приходит вот такой вот стоп-агент, суперзащита от пота. Мне, кстати, как понравился аппликатор. Смотри-ка. Аппликатор, да, у нас по смотри, достаточно деликатный аппликатор на сухую кожу. Кожа должна быть вымыта, кожа должна быть абсолютно сухая, кожа должна быть вымыта и обезжирена, насухо. Наносим на ночь вот таким вот аппликатором наше средство. И ложимся спать. Средство должно подействовать. Как работает наше средство? За счет чего работает наше средство? Наше средство не блокирует потовые железы, как это часто бывает, как очень часто нам предлагают избавиться, например, от запаха пота на 24 часа. То есть потовые железы блокируются. Нет, здесь этого не происходит. В состав нашего средства входит гидрат алюминия. Так. Именно при воздействии с кожным белком наши поры потовые уменьшаются. То есть они работают, как работали. То есть это вообще нормально. Мы должны выделять какое-то количество жидкости. Иначе бы мы просто-напросто... Упали. Да. Наши потовые железы начинают правильно работать. Этот у нас средство пролонгированного действия. То есть, чем дольше мы пользуемся, кстати, этого средства нам хватит почти на год при еженедельном применении. Вот такой вот маленькой бутылочке, маленькой бутылочке, да. Здорово, но мы сегодня говорим с вами о комплекте. Очень приятно, что вот такой вот малышки нам хватит примерно на год использования. Обрабатываем и подмышки, и стопы, и любую зону, которая нуждается в борьбе с потоотделением. И самое приятное, что весь комплект сегодня доступен вам всего за 1190 рублей. Все-таки телеканал «Дисконт»
это прям настоящее достижение, инновация такая, когда вы, сидя у себя дома, можете совершить бесплатный телефонный звонок, сэкономить 800 рублей, тем более подойти разумно, бережливо, очень практично и получить и здоровье, и красоту, и при этом еще и сэкономить. Вторая составляющая – это вот такие вот вкладыши, которые мы крепим на одежду. Опять, я так понимаю, зона подмышек все-таки, особенно летом и весной, когда приходишь в общественный транспорт, поднимаешь руку и понимаешь, ой-ой-ой, ну, не да, хочется в такие попадать ситуации. Я думаю, все мы не раз бывали, попадали в деликатные ситуации. И очень многим, наверное, часто известно, когда мы не можем надеть, например, какие-то светлые одежды, когда мы выбираем, например, есть любимое платье, а мы не можем надеть, а носим какие-то темные, черные одежды. С помощью наших вкладышей мы легко и просто сможем, скажем так, это даже не то, что профилактика, а от деликатных, скажем так, моментов себя предостеречь. Кстати, мне очень нравится, что у нас в комплекте, вот в этой коробочке, сразу есть и белые, и черные вкладыши. У нас 10 черных и 10 белых. Притом, каждый черный идет в индивидуальной упаковке, а белые у нас идут в сдвоенном варианте. Ну, Оксана, давай не словом, а делом покажем. Давай с тобой не словом, а делом покажем. Так. Я возьму, наверное, светлый вот такой вот вкладыш и покажу, вот, например, на голубой рубашке. Во-первых, посмотрите, как правильно наш вкладыш сконструирован. Он уже сам по себе хорошо. Здесь у нас есть линия сгиба. Вот эта вот линия сгиба должна попасть, собственно говоря, на наш внутренний шов нашей одежды. Наш вкладыш практически не виден под одеждой. Самое интересное, вот с лицевой стороны у нас слой гигроскопичный, он впитывает прекрасно влагу, а с изнаночной стороны у нас здесь гидроизоляция, то есть он у нас не пропускает влагу. Оксана, ну вот ты пока крепи, а я хочу обратить внимание, что осталось только 44 предложения. Очень большой спрос, в колл-центре настоящий ажиотаж. При этом напоминаем, что и звонок бесплатный абсолютно из любого региона России, и ожидание на линии, если вдруг немножко придется подождать, тоже бесплатно. Оксана, а не навредит ли одежде наша вот эта вот липучка? Да, вот хороший вопрос, действительно, ты спросила и правильно сделала, потому что, да, действительно, наш вкладыш не навредит абсолютно никакой одежде. Здесь у нас такой достаточно деликатный слой, тонкий-тонкий слой специального клея, который легко и просто мы можем наш вкладыш удалить. При этом абсолютно не переживайте, что этот вкладыш вы можете где-то потерять. У нас он прекрасно держится. Вот, посмотрите, он прекрасно держится. Вот на сгибы я как раз расположила вот нашу вот такой вот вкладыш, который будет держаться под одеждой. Я напоминаю, что у нас 5 белых и 5 черных вкладышей входит в наш набор. А я напоминаю, что времени остается мало, а мы говорим о комплекте. Помимо 20 вкладышей, которые вы крепите на одежду, у нас есть вот такой вот уникальный защитник от пота. Это инновационная разработка, вроде бы дезодорант, но немножко другого расширенного спектра действия. Dry-Ru, так называется это предложение. Обрабатываем и подмышки, обрабатываем стопы, ладони, любое потливое место. И обратите внимание, каких результатов мы достигаем при помощи обработки зон всего один раз в неделю, правильно? Всего один раз в неделю мы пользуемся этим дезодорантом и забываем о запахе пота, о вот каких-то вот влажных вот таких вот местах раз и навсегда в течение недели. Кстати, у нас наше средство пролонгированного действия. Чем чаще мы его пользуемся, а нам хватит нашего средства на 10 месяцев, тем наши потовые железы начинают правильно работать. То есть не блокируются наши потовые железы. Наши потовые железы работают, но при этом мы выделяем правильное количество жидкости, ту норму, которую, собственно говоря, должен выделяться нормальный человек. Без вреда для здоровья. Комплект просто супер!